Свадьба года. Завидная невеста, богатый жених, венценосные особы. В списке гостей и наследник британского престола. Для кого готовят столь пышное торжество в королевстве, знает наш субкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Ее участь всегда быть в тени. Младшая дочь замуж выходит не за принца. Сестра герцогини Кейт Пипа Миддлтон хотя бы в свой праздник решила быть номером один. Через месяц девушка станет женой финансиста Джеймса Мэтьюза. Свадьбу планирует со всей тщательностью. Последние несколько лет после свадьбы моей сестры были сумасшедшими. У меня были взлеты и падения, но сейчас я очень счастлива и надеюсь посвятить время самой себе. Пипа прославилась во время венчания Уильяма и Кейт. Ее обтягивающий наряд и живые манеры привлекли внимание публики. И даже шуточный титул принесли – ее королевская сексуальность. Ее всегда критикуют, а она этого не заслуживает. Она работает и заслуживает успеха, в том числе и личного. Пипу то и дело сравнивают со вторыми половинками венценосных принцев. Может, поэтому девушка решила не приглашать на свой праздник новую пассию Гарри, актрису Меган Маркл, и вообще придерживается политики «no ring, no bring». Многие гости даже обиделись, что приводить на мероприятие можно только официальных жен, а не подружек. Да, свадьба будет роскошной, но не королевской. Никакой церемонии в Вестминстерском аббатстве. Венчание пройдет в семейной церкви, а вечеринка в семейном поместье Миддлтонов. Да и королевы не приглашали, но кое-кто из венценосных особ все же станет частью торжества. В королевской пресс-службе официально подтвердили, наследник престола, маленький принц Джордж, исполнит роль пажа, а его сестра, принцесса Шарлотта, станет подружкой невесты, войдет в церковь с букетом цветов. Для малышей это первое официальное мероприятие. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».